Я приветствую каждого, кто смотрит данный ролик. Вы находитесь на канале «Четкая тема» и с вами Борис Маркелов. И сегодня я хотел бы рассказать одну историю, которая происходила со мной. Это было давно, но тем не менее это имеет отношение к данному ролику. Когда-то давным-давно я решил таксовать. Была у меня своя машина. Чтобы таксовать, вы знаете, что нужен более-менее нормальный гаджет. Телефона на тот момент нормального не было. Не то, что он был, но Android там не подходил под специальную программу, которая устанавливается в такси. Что я сделал? На тот момент я поехал в магазин и взял в рассрочку телефон. Я тоже только начал зарабатывать в такси. И получилось так, что мне эту рассрочку одобрили, я взял телефон, и через несколько дней я вернул деньги, которые я должен был за телефон. О чем я сейчас вещаю? Вещаю я лишь о том, что если вы хотите брать рассрочки, кредиты, их нужно брать на нужные вещи, и это очень выгодно на данный момент. Если вы берете, кредит на что-либо, там, на покушать, на магазин сходить, продуктов купить, то это не очень хорошо. Хотя бывают и такие случаи. Если у вас до зарплаты осталось неделя, полторы, то можно воспользоваться тем предложением, которое я сейчас озвучу. Есть высокорейтинговый банк, свой банк, своя кредитка. Возможно, кто-то слышал, кто-то не слышал. Ссылку на него вы найдете под этим видео. Так что в нем такого? Во-первых, льготный период 120 дней. То есть вы можете воспользоваться деньгами и в течение 4 месяцев их вернуть. Снятие наличных без комиссии до 50 тысяч рублей в любом банкомате. Оплата ЖКУ, ЖКХ без комиссии. И много-много разных таких фишек, которые есть в этом банке. Также вы можете воспользоваться привилегиями вот этой компании МИР, которая нас всех сейчас на данный момент в Российской Федерации обслуживает. Поэтому я рекомендую, не злоупотребляйте кредитами, я вообще против этого. Я за то, чтобы зарабатывать на кэшбэках, получать возвраты, но тем не менее, если срочно понадобились деньги, то можете воспользоваться данным предложением. Ссылку, еще раз повторяю, вы сможете найти под этим видео. Если вам больше 21 года, если вам срочно нужны деньги, у вас плохая кредитная история, в любом случае одобрение там достаточно высокое. На этом я буду заканчивать. Кому ролик понравился, ставим лайк. Также я публикую канал, где я буду публиковать выгодные предложения именно для вас, именно кредитные какие-то предложения по кэшбэкам, то можете к каналу Telegram присоединяться и там находить всю нужную информацию. А на этом я прощаюсь, желаю всех благ и всем привет!